театре «Сатиры» состоялась премьера спектакля «Двенадцатая ночь». Режиссер Павел Сафонов в прошлом году поставил там «Собаку на сене» Лопе де Веги. Материал для следующей работы выбирал долго, а потом решил, что Шекспир и театр «Сатиры» – вполне органичное сочетание. Ведь актеры этой труппы прекрасно умеют играть комедию и в то же время могут создать на сцене настроение, созвучное сегодняшнему дню. Сделать из Шекспира «Шапито» режиссеру Павлу Сафонову пришло в голову сразу, как только он перечитал комедию «Двенадцатая ночь». На сцене знакомые герои в клоунских образах, красные велосипеды, хлопы, барабаны, цирк, да и только. Такой эпатаж и гротеск, по мнению режиссера, по-новому раскрывает тему любви, нелепой, безумной, отчаянной. В Шекспире, наверное, может быть, так это интуитивно. Много очень чего-то чистого, наивного, связанного вот даже с детским каким-то восприятием, а при этом очень много трагичного и опасного, что тоже есть в цирке. И, ну, не знаю, в этом смысле мне показалось, что какой-то мир шекспировской комедии, вот он в соединении с цирковой такой не совсем буквальной реальностью, такой немножко ассоциативный, он может дать вот эту грань, где драма соединяется с чем-то очень наивным, чистым. Музыкальная партитура еще чудесатей. В ней смешались произведения известного литовского композитора Фаустаса Латенаса, лирические песни начала 20 века и мелодии Битлз. В чем драйв? Музыка. Музыка Фаустаса Латенаса и, конечно же, сценография Мариуса Яцовскиса. Конечно, и костюмы Жени Панфиловой потрясающие. Это очень все помогает, очень сильно. И вдохновляет на что-то более лучшее. Хрупкий мир, который к концу обретает гармонию. Режиссер хочет, чтобы это ощущение зритель унес с собой после спектакля. Частичку тепла, детства, праздника и серпантина. Ирина Разумовская, Александр Садольский, Александр Кубасов. Новости культуры.